каску по крестам вместо прота. Все, раздали. Давайте двоим трэш. Нет. Черный лимон кидай, тормить сейчас дай. Все, давайте. Кто кого называл, подходите к комнатке. Запускайте. Весь рейд остальное стоим звезде, ничего не делаем, не бьем мобов, ждем, пока паладин нагрит трэш. Я помню вас. Это было в горах. Влево, влево, влево. Комнате не бьет. Какие он там? Что мы там прислали? Да что-то сильно поменял. Вправо смещайтесь, быстрее вправо. Не умирайте там, пожалуйста. Чи? Чива нужна, без смертей. Блин, сейчас бы в комнате умереть. Да я не знаю, что-то сильно прошивает. Не знаю, раньше вообще изи. Мне надо подойти. Здесь ПД, не бей, не бей, не бейте мобов, ауе. Ну один танк, 5 мобов. Думайте головой. Он зальется, трэш потом. Так, я вам дал баф, плюс 20% к хасти, по-моему, да? Ого. А у вас висит эта аура? Да. Да? Я не вижу. Меня тоже не вижу. Аура, право. Висит? Да, висит, висит. Да. А вот, да. Не знаю, блин. Меня может ваншотнуть просто потом. Я лучше отдельно делать хочу. Сейчас закончится контроль убьешь. Не, просто таура, чтобы быстрее босса убить. Не сделать не стоит под молнией там. Без смертей. Сейчас контроль спадет, надо убить моего завоевателя. 20 секунд еще. Ждите пока. Надо трэш сначала убить. Нет. Убивайте эти трэш. Все, запускайте босса. Бля, надо трэш. Добейте трэш. РДД, хилы на рейндж вышли. Давайте рост. Смотри, куда молния падает. Туда веди босса под стенку. Веди босса по стенку. Отошли от этих молний. Отошли все. Отошли. Милики, отошли в центр. Все, опять веди босса в центр. Так, нормально, более-менее. Веди, веди под молнию. Под молнию веди. Под молнию веди. Быстрее, под молнию. Поворачивай. Бля, я не знаю, как ханта ваншот мог. Опять под... босс видит. Следите за молниями тоже и отбегайте от них, даже если там мидом. Веди под босс, под стенку. Отходите от молнии все, видите? Рейнджу держите. Последний мол. Отойдите от молнии.
Вуди Аллен, отбегай, поворачивай босса. Там присты. Че, не сделали чего? Только не завалили. Блин, один человек умер, черт. Один человек запорол молнию. Да молнии, они же у всех есть уже. Не, у меня нет. Бород гасит. Я ноль отчивок. Вот у меня тоже только Торим остался без смертей. На ШП, на РДД трине. О. Чё, всё, изи боссы остались. Защитник. Да чё, плечи идут? А, может. Завоеватель. Так, я там по ошибке себе взял какую-то с этого шмотку с Хадира. Кто там был порол? Селена? Я тебе написала, отдай Ракшас. Я не помню, что ты писала, кому там отдать? Ракшас второй порол был. Короче, на Вармейне у мужа в рейде на 26, ну, там рейд, или как он называется, с моба пишу такое. Да нет, не что ты сказала. Я не понимаю, что ты говоришь. Говорю, на этом вашем сервере Вармейн или как с... Сеста Темпо Ик, или что он там называется. Тело упало с моба Т6. Навара. Ладно. С какого-то инста, я не понял, с какого-то. На Вармейне, Навара Т6 у мужа что-то там. Т6 это БК. Да. Tempest Keep. На каждом сервере есть свое тело, да? Нет, там просто Tempest Keep по ходу ока. Смотришь, с ними или бока. Крепость бурь ока. Смотрим, с кого тело падает. Так, я не могу найти. Масхадира низ падал. Угу. Круто, круто. Вот что это так... Краль. Они что, Келли убили? А, не, все, я нашел Ракшаса. С моба? Вот это падало, да? Это тебе надо. Там грудь, по-моему, падла. Так, сейчас Фрей уйдет, зальем трэш вот этот звездочка. Пошли играть. Просто убиваем хардмод на прошлом трае. Ой, на прошлом, когда делали все ачивы без хардмода. Без босса. Хардмод и зерк. Да, хардмод. Да, босса. Все играем босса. Если то там выйдет деревце, сливаем деревце. Главное хилку порежьте хил и мутант забери на себя моба. Постаньте моб. Грибы надо, там тоже. Встаньте под грибы. Встаньте под грибы, веди босса под грибы. Сосало просто на рейде.
Так, дар, деревце слить слева от босса. Я сливаю. Давайте все в босс играем. Немножко не повезло. Давай гимн споим. Прекращайте каст, сейчас прервут каст вам. Встаньте под грибы, сало пройдет с вас. Спел гимн. Так, введение удара кому-то надо? Кому оно не надо-то? Мне оно надо было. А Терренти, у тебя есть профа, да? Ларь алхимика. Чего дашь погонять ларь? Посох кому-то надо просто. Северный лотос 2. И сейчас следующий Мирон. Спасибо, Васадик. Да, сейчас будем делать не Мирон, а Смертей. О, я сейчас на паузу зайду. Чего мы будем делать? Не Мирон, а Смертей. Можно на Ардруна, не Мирон? Давай еще сделаем вот этого моба убить. Стой, подожди, а ты токены что не дашь? А, я забыл токены разрубить. Там и шеи еще тоже. Забыл. Что на Мимироне делают? Без смертей. Ясно. Да, я увидел сейчас. Покоритель. Защитник. Ой. Ну его твою. Кинь покорителя продам. Нифига себе, уже и к йогу пускает, что за дебилизм? Но он не запустится. А давно эту фигню сделали? Да куда таймэл закатить? А, хотя там уже сильно босс. Тоже буду напасть дальше сидеть. Куда портится? Скрываю отношения. Это, Олег, объясни пока тактику, я отойду на минуту. Сколько карломасла выпить надо, чтобы мелким стать совсем? 77. 57? Да. А больше 7 не стакается? Кажется, ты потом превращаешься в гнома. Нет, гнома не хочу, блядь. После 7 гнома точно, да? Да, на 7 гнома вроде. Я 7 выпил. Вот я уже охуенный гном. Сука. Прикольно. Воет гном. Все убивали пожарного с нами. Он же трэш. По-моему, все убивали, все ники знакомые, что вы все знаете. Просто стоим. Пожарного делаем? Не, просто без смертей. А, ну и это просто на обстреле вы должны встать просто в точку. Отбежать от шокового удара, если он будет. Стоять в красной метке. Все. Это просто основа. Давай вот эту ачиву сделаем, где моба убить. О,
вот Eternity. Не такой уж дружественный огонь. А чего? Я поставлю метку на моба на третьей фазе. Его мы не бьем. Этого моба Eternity заведет в красную метку. И мы сделаем ачиву. А моему его надо подбить, нет? Потому что красная метка не значит ему фулл хп. Ты че, нет, там миллион дамага. Куда себе, пожалуйста? Ну я просто помню, в десятке, по-моему, пытались ее сделать, и там что-то... Ну, может, он не завел, конечно, нормально. Там 700, как-то так, половина, типа так, там. Два хила мы выхилим, да? Зачем тут ДЦ? Как вы считаете? Не знаю. Я могу на аэродром зайти. Не знаю, тут если будет, короче, провалена чива, то только ваншот и все, тут нету такого, чтобы хилить. Давай козы в ШП. Зачем лучше ДЦ? А чё, мы не пожарного же делаем. Ну, это не важно. Так а чё он даст ТЦ? Ну, типа, обстрел никого не бьет, ну, типа, мне-то пофиг, но все равно в этом, туда-сюда. Там не важно, ты будешь с тремя, с пятью хилами, обстрел убьет тебя и так. Да. Да. Ладно, пошли в три хила. Просто мы сейчас 23 человека идем. Так, все Дилос тут, Маратгас. Там нас что-то бить, надо делиться, не, ничего. Делиться, да, митоз. Нет, не надо. Бейос! Да изи босс. Диос, ты тут? Маратгас. Маратгас. Хавкер. Маратгас. Так, я тут. Маратгас. Поставьте ауру на огонь. А там стоит. Все, мутант, иди агрить. Тут здесь только надо захилить плазму на первой фазе. Это 5 игроков. Монетку с себя. Пиздопад нельзя, да, давать? Что ты говоришь? Пиздопад нельзя давать? Давай, пиздопад. Когда трэш выйдет, тогда не давай. Когда будете отбегать от шокового, не заденьте мины, это дополнительный урон. Отбегайте от шокового. Фронтанта хиль. Да нет, тут даже два человека надо хилить, и БДК, и все. Первая фаза, вот кого надо хилить. Так, кто может на дистанции постоять, с чтобы на него красный метод? Постою. Хорошо, да, остальной ред стоим везде. Я тоже могу. Ну, идите на рейндж, на вас меточка кинется, вы потом забежите в звезду. Так, милики, забыл сказать про третью фазу. Равномерно подбивайте три части тела. Кресты все три части тела, маги вверх, милики низ и тело. Сейчас надо бустануть до обстрела. Желательно. Это тоже можно? Да. Видите, за спиной босса две ракетницы. Вот это, она запускается, появляется красная метка на полу. Можно будет посмотреть анимацию. Все, все примерно видно. Так, видите, красная метка и ракета полетела. Сейчас будет обстрел, следим. Сдавайте в звезду, все встали. В звезду двигайтесь, двигайте звезду. Мало ли. Забежали, забежали быстрее, забежали. Хорош. Ну вот как-то так надо. И вы, ваша ошибка, вы оббегаете вот так, следите за звездой. Вот так оббегаете через как-то. Через него пробегаете, как на гнездо. Надо через...
Он прозрачный, можно через него обижать. Это прозрачный. Играйте в воздушное судно. Сейчас. Только подождите, пока моб выйдет, не заливайте слишком быстро. Да не зальем. Сейчас большой моб выйдет, его не бить. Нужен для анч. В Этернити заберешь на себя. А может стопнем? Играйте мелкий трэш, пока не бейте босса. Вон. О, все, вышел. Добивайте босса. Вот квадрат, не бейте квадрат. Заведешь красную метку, вот когда ракетница... Ракетницу запустит босс, красная метка появится, и заведешь этого хламобота, робота под красную метку. Так, теперь внимательно следим. Милики низ. Кресты, дота, МС, части тела, маги вверх, остальные тело. Главное следить. Первый за будет шоковый или обстрел? Обстрел. Шоковый. А, обстрел? Хант, не бей, зачем ты его бьешь? Давайте рост. Следите за серединой тела, оттуда обстрел будет идти. Я постараюсь звезду встать. Не подрывайтесь на минах. Красная метка пошла, следите за красными метками, отбежали. Заведи босса под красную метку, молодец. Сейчас обстрел будет. Больше тела играем. Больше тела и вниз. Забежали за спину, забежали за спину. Звездочку. Блять, ты не глаз, ты сука, еб... Орландо Блум. Джонни Депп. Орландо Бом-Бом. Ну как можно? Почему ты не забежал? Ты же хан, ты можешь откидывание прожать. И все. Блин, ты согрел трэш. Перед Аури вайпнул нас. Сейчас... Нет, согрел я. Это перед Аури и другой. А, да, извини, это хавкер сарил. Ладно. Защитник. Сейчас бы за ханта умирать в 2К18. Ты глаз, ты тут, ты слышишь? Валившийся бельдерей и бельдерей. Сколько осталось? Олег, можно отойти на 2 минуты? Ханты на РНЖ стоят, они самые беззащитные. Пошли дальше. Здесь сделаем бессмертие и тенифобию. Хотя бы бессмертие. Что там еще есть? Ёбаный урод. Смотрите, какой я прикольный, нихуя. Гном, блядь. Нормально, да? Гном. Как кто бы мог подумать, что такой гном пизды раздает нормально? Кстати, моб упадет сейчас. Это ж не корейское ММО, где там чем больше моб, даже... тем больше урон. Я даже бафту этого воли снял. Смотри. Джаза. Да, зато мы впервые сделали бессмертей два босса подряд. Сейчас бы еще третью сделать было бы норм. А тут изи вообще. Тут, ну. Ну, сейчас как обычно, я знаю, это изи. Ёбаного вот это саранит по утрам. Это вообще дерьмище. Ждать 5 минут порывите. А, сейчас кто-то ШВД из престолов себе даст. О, будет, блядь, не говори. Бля, я поражался этой хуйни. Вытащите ШВД с панельки. Выкиньте нахер, без ротации. Сейчас смотрите, прыжок безумного говна будет.
Часто где-то уступ такой есть, прям можно к мобам спрыгнуть. У меня это только два раза получалось. Вот отсюда, по-моему. Блять, надо прицелиться. Олег, а что там еще упало? БВЕшка? Да. Ну ладно, БВЕшка этого. Не-не, я просто спросил. По-моему, так. Так, смотрим. Ну-ка, давай. Сука, не приз... Красава. Ёбану! Спалили. Там было, я приземлился рядом, они, ну, не двигались, типа, не спалили меня. Прикольно. Третий раз я осилил этот прыжок. Там прям пятками по камешкам проскреб, блядь. Мне кажется, вот кто-то смотрел мувик такой PvP-шный, GeForce такой Warrior был. Вот он на низине, короче, вот где Альянс начинает, как-то вот на тапках прыгнул так, что он, короче, до руды долетел, то есть до рудника прям. И там начал флаг чекать. Мне кажется, или там... На парашюте, наверное. Ну да, понятно, что парашюты тапки, но вот, мне кажется, вот эта вот наклонная линия, по которой она летит, у них там она получается почти ровная, блядь. Не знаю, с чем это было связано. Зависит от того, там как парашют прожмешь. Ну он его почти с пула, скорее всего, прожал. То есть ты имеешь в виду, на каком углу прожмешь его, да? То есть если чем раньше нажмешь... Ну да, ты вот бежишь на тапках, и вот ты прыгаешь, там момент типа, правильно поймать, когда сжать парашют, чтобы дольше пролететь. Так же с первым. Походу, ну, чем ты раньше его нажмешь, тем больше ты пролетишь, походу, угол вот этот. Ну, это тестить надо. Ну, по сути так, потому что я сейчас старался раньше прожать. Максимально далеко запускаешь. Ну-ка, сели. Ух ты, что это было? Он завис. Давайте напомните мне, сколько людей должно стоять в иллюзионе. Да хоть все. На РНЖ должно стоять 10 человек. Ты уверен? Да. 8. Ну это, ну как на гнилом, короче, типа 8-9. Шо? Обычно 10 ставим. То есть 10 ровных пацанов. Насчет 8 не уверен, что лучше не рисковать. 9-то точно, потому что это больше 30%. А сколько обновите, пожалуйста, под бейдом? Смертей и тенефобию делаем, правильно? Да, тенефобия без смертей. Точно 10 человек, может 15? Нет, не 15, 10. Уже делаем. Это 500%.
То есть как на гнилом механике боссов идет. Если поставишь 7, допустим, он в милизону кинет копье и пизда. Тупо под себя камни, копье захуярит. Давайте вот так, смотрите. Кто поводит, кто хочет поводить еще босса. Ой, пати, где Ален? Давай ты. Смотрите, я разделил пати. Первая, вторая, третья пати это РДД. Вы будете стоять в РНЖ. Первая, третья пати стоит в звездочке, а вторая пати в кружочке. Буду говорить, куда летит копье по возможности. Просто следите за метками, отбегайте. Главнее всего это не умереть на этом боссе. Еще там будет кидаться метка, не помню как называется, высасывает жизнь у... Короче, высасывает жизнь у рейда, добавляет боссу. Надо с этой меткой выйти с рейда как можно быстрее, а то он отхилится. Вот. Буду тоже говорить эту метку. Метка безликого, да. Все от этой метки отбегаем, этот человек с меткой тоже отбегает. За агро следите. Сорвете агро, нельзя будет потом обратно перетаунтить босса. Как на ледике. Хилы у нас, васап, жри СПД, кто еще? Черный лимон. Жри СПД, спекайся в хила. Спекнулся? Спек. Спек сделай. Жри СПД, спекнулся. Только во фрейм босса зайдите потом, кто под боссом, как на репле. Да-да, хилы и милики под босса, все верно. Кушай, отпивай ману. Сначала хилит жри СПД, потом черный лимон, потом васап. Я подойду потом к боссу, не волнуйся. Наверное, нужно кому-то тут заливать там. Вот ничего не действует. Просто ходи за меткой. За звездой. Чекнем пух. Так, все готовы, мутант начинай. Бьем босса. Так, кружок побежал. Не надо убежать. Череп, точнее. Опять череп, побежали. Вторая пати. Опять череп. Череп. Хавкер, выйди с рейда. Хавкер, от хавкера отошли. Красава. Опять череп, отбежали от черепа. Забегайте в ту лужу. Бля, у нас 15 человек звезды, не кидается метка. Вот 10 человек. Вы не достойны. Да, отбежали. Забежали опять в лужу, дамажим оттуда. Череп, отбежали, вторая пати. Саранитовый пар, убивайте саранитовый пар, регеньте там ману. Звезда, отбежали. Отбежали от звезды. Леголас, откидывание прожми. Прожми откидывание, отбегайте от леголаса все. Забежали опять в лужу. Звезда, отбежали. Отбежали звезда. Забежали опять в лужу. О, пулбокс, молодец. Дуду дипка, черри, подбежали. Опять череп. Да, спасибо, ребята. Сложно было отбежать. Ладно. А чё? Так. Чё, захожу на ШП. Надо кому-то? На офф. Не, это не на ШП. Ладно.
Вот это на... Я даже не знаю, на кого это. На дерево. На мутанты. Можно попросить вот на власти сделать вот это чего? Мы не сделаем, потому что мы делаем плюс ноль. Ну, можно вайпнуть. Нет, это... Нет, нереально, мы вайпнемся из-за кастов. До того, как мы сделаем эту ачиву. Напишите, кто был в комнате, плюсики, кто нормально там дамажил, чтоб я распределился сразу. Так, Прости, Вуди Аллен. Я в Африке тогда должен спекаться. Пекайся. Кто-то тогда в демоне. Фристайла, там найдется. Дело. Только свои порталы залазить. Дудипка, ты плюсовал? Недостаточно маны. Что ты хочешь на креста? Войд? Просто в комнату дамажить РДД, милик там бесполезен. Да лучше на сову зайди, Войд. Пусто! Ты угораешь, там колба у меня с обычкой. Так, Джерин тоже в комнату, Джерин пойдешь? В комнате только один ретрик надо, зачем там их три? Так просто, для дамаги. Да там ретрик не дамажит, там только щупальцы убивают, надо бить мозг, надо РДД, типа. Типа, такого плана. В комнате кто их был? У нас два танка, надо третий. Войд, зайдешь на танк? Танк нужнее, чем прист. Сова должна быть с мозгами там. Без совы убивали хардмод плюс ноль. Так, кто пойдет? Ракшас, пойдешь в комнату? Вот. Так, демон у нас в повороте. В повороте, давай в демона. Вроде спекнется в демона. Сова есть. Два БДК протопал есть. Хилы по хилам. Черный лем, посадок и козырь. А прошлый хардмод мы убивали с тремя хилами. Кто-то помнит? Не помню по хилам. Блин, я хил... думал, достаточно три хила. Держись, куда спекайся в лема. Блин, у нас куча РДД, кстати. Очень много. Хорошо. Плохо. Да. Плохо, да, потому что нужно диспелить щупальца, бить вот эти средние. Давай есть время. Давайте по порталам расскажу. У нас как, смотрите на ворота. От ворот я считаю порталы. От звезды. Первый портал посередине. Мы заходим в позу. Это хил, ДЦ. Потом 4 портала слева, 4 портала справа. Первый портал слева заходит Певчий, второй Фристайла, третий Прости, четвертый Вуди Аллен. Потом 4 портала справа. Первый Дилвас, второй Варенька, третий Хавкер, четвертый Дуду Дипка. И портал в самом конце Ракшас заходит. Все, вот так вот. Все запомнили, надеюсь. Да, твой третий справа. Да. Чё там, повороте переделал спик? А, сейчас, мне надо сбросить его под воду. Ну, давай начнем, ладно, потом. Может, один РДД там будет желающий сходить сейчас с нами? Она в Кракове. Хавкер, Варенька готов? Варенька?
Ваня, Валенька. Зачем там два ретрика в комнате? Лучше засунуть в сову. Кого засунуть? А за сову, Дима. Я засовываю людей, которые шарят. Там не важны классные на самом деле. Варенька, ты где? Да, еще важный момент. Когда заходим в комнату, первая пати налево идет, вторая направо, хил по центру. Также выходим с порталов также. Первая пати налево выходит, вторая направо. Ладно, давай без него, начнем, пошли. С ней просто в звезду. Дайте там каску посидел. Этернити, ты раздаешь каски, фристайла, кулаки, джерен, кресты. Стоим в звезде. Черный лимон, встань в звезду, чтоб я не кидал ГП. На, 4 паладина. Мой каст. Стоим просто, не двигаемся, просто в одной точке. Ваш моб. Давайте звездочку играем. Звездочку играем. Блин, это не та звезда. Звездочка. Следующий моб. Звездочка. Джерен, пожалуйста, зайди в второй портал справа, Варенька АФКшит. Ты понял? Да. Хорошо. Все, играйте в следующего моба, в звездочку. Я захожу в какой-то портал. Заходи, все, Джерен, не заходи. Какой? Да. Во второй портал справа. Да, я тебе звездопад. Так, WhatsApp встанешь сам? Applebox, подымай Войда. Подымай Войда. Джерен, заходишь во второй портал слева тогда. Играйте в мелкие Рейки. Щупальца, от больших отойдите, милики. Дайте бафы по ДК. По ДК, по... И все, и по шаману. Ну, Вась, по югим на ману, ставь тотем прилива. Я уже ставил. РДД, играйте в большого... большое щупальце. Повороте СС на Войда, Ракшас СС на... Блин, я не смогу зайти. Сейчас... Почему ты не можешь? У меня связка сейчас опять так не вытянет, у меня в контроле. Заходи, она пропадет. Здесь ПД, подойди. Ну, смотрите. И у меня тоже самое в прошлый раз было. Ну, если что, узнаем сейчас. Еще раз, куда? Второй портал слева? От черепка отбегает. Третий портал слева. Мой первый. Фристайла второй. Разбейте щупальце, я не смогу зайти, если вы не разобьете его. Заходите в порталы. Заходите в порталы быстрее. От меня отходите. Ёбаный грот, отходите от черепа, от совы отойдите. Это разлагающий дисплей теряет. Сначала маленькое, как застанется большое. Идите маленькое РДД бить, блять. Тут один человек. Все, пошли бить. Теперь большое. Видишь, ты зашел, все нормально было. Первая пати слева становимся, вторая справа. Блин, у меня нет выхода до комнаты. Сколько там? 9 секунд. 8. Давайте на выход. Все на выход. Юзайте портал. Вышли и заняли опять позиции, отсчитывая от ворот.
Бейте щупальца, следите за пактами. Козырь, считаю весь рейд первых трех пати. Черный лимон, подойди к фристайлу. Черный лимон, к фристайлу подойди. Черный лимон, фристайлу. Ля, что ты делаешь? Череп, отойдите. Отойдите от него. Теперь отойдите от нового черепа. Сука. Давление разбейте. Все большое пошли бить. Милики взяли. На большое все бегите. Занимайте портал. Выходим. 10 секунд, 9. Кто-нибудь вместо меня пойдет в комнату? Кавкер, ты заходи в комнату, но не иди дальше. У тебя 32 еще. В идеале, замените четвертый слева портал. Четвертый слева замените. Ох, херово. У меня 18 осталось. Какого-то хрена я один справа убил. Фристайла, дил вас, Джерин, юзайте баблы и убивайте там мобов. Заходите в порталы. Плохо. Те, кто не заходили. Изи комната просто. Портал свободный, можешь зайти, даже типка. Иди зайди в комнату, похуярь там все. Помогайте, пацана. Ахилл Фристайла. Сука! Большое пошли. Оно есть хоть? Добивайте босса. Ну, зарги мне отхил, дай. Оставайтесь до конца. Мне стан дал. Я иду. Тотемы собирайтесь, здесь сейчас будем бить. Ходить. Все, пошли, выходим. Все РДД стоим спиной. Давайте рост. Добейте Дилваса. Сейчас метку поставлю, звездочка. Где он там? Отвернулись. Кресты, просто стоим спиной. Кастуем палец, чуму, пытку обновляем. Отворачивайтесь от рейда. Пальцы обновляйте. Сейчас после сала как раз вот эта херня идет. Да, это домашний. Точнее, стончу. Сейчас будет крик, отворачивайтесь. Сейчас опять будет крик, отворачивайтесь. Отворачивайте, сейчас будет крик. Пофиряйте пока мобы в кресты. Отворачивайтесь, сейчас опять будет крик. Фиряйте. Давай, Дорн, короче, войско. Кресты, давайте фир. Сейчас опять будет крик, отворачивайтесь. Только не у, не у босса. Сало пройдет и крик будет. Фернул мобов. Отворачивайтесь. Там, иди сюда мобов, даю войско здесь. Вам нужно бить? Давайте. Бьем пока. Отворачивайтесь. Отворачивайтесь. Все, можно бить. Отворачивайтесь опять. Сейчас опять будет крик, пофирьте мобов. Отворачивайтесь, фирьте мобов. Фирнул мобов. Все, бейте босса сейчас. Сейчас сало закончится, будет крик. Отвернулись.
Бейте меня. Ладно, давай войско. Нет, пока отворачиваемся, бьем, пока кибили. Дайте ферму дюйдом. Бля. Фиряйте мобов и добивайте босса. Снова дайте ферму дюйдом. Отворачивайтесь, отворачивайтесь. Все, добивайте. Так, а да кому-то? Это какая-то РДД-триня? Нехило. Нехило. Что, мы на слезы пошли, да? Да, пойдем на слезы. Сейчас подожди. Так, давайте голову ролим. Блин, да что за нахер? Третий раз один выкидываю. Васап, ты это твоя первая голова, да? Да, ну. Все, держи тогда. Зайду на слезы престол. Покоритель. Ну ладно. Давай второй. Так, Apple Box. Короче, вы посвечитесь с Этерните мутант, а я потяну со звезды. Я на доказать один на слезы. Мне на мага или навара? Могу дать? Навара. Заценили, да, Мелик, седьмой. Седьмой. Это о чем? Типа дамаг. Так это ты в комнате был. Ну я седьмой по дамагу вообще. Так это комната просто. Нет, это не комната. В идеале тоже в комнате бы там считалось. Это не с комнаты. Комната. Ну ты в комнату заходил, я тебе про что говорю. Весь дамаг на этом больше весь нанесенный всем. Через ПД заходи на Animal Jazz. Или. Ладно, или оставайся на Элеме. Козырь ТЦ. Заходи на Макси. Ключ надо сделать десятки, 25-ки, блядь. Отец, я говорю, отец, где здесь сакра вкачанная? Заходи на Роу самогон. Так. Отец холодец, будешь ретриком. 4 хила, 2 аршамы, ДЦ. Все, что вам нужно знать, это я буду вешать метку на звезду, мы ее сливаем. Все буду проговаривать во время боя. Ничего не буду сейчас объяснять, это долго. Чего не, пожалуйста. Я тут. Пойду, по сути.
Простя, ты плюсовал?